Привет, друзья! Еще раз я по-прежнему здесь, в Подмосковье. У нас продолжается шоу «Пан или Папан 3». У нас совершенно разные тактики у всех пяти участников действий. Я, как вы видели, за два дня проиграл весь суточный лимит. 200 рублей в первый день, 200 рублей во второй. Но даже при этом все равно шансы у меня остаются. Почему? Потому что в третий день я снова поставил экспресс. Я не стал играть в лайве, а поставил экспресс на утро следующего, двух следующих дней, точнее говоря, на утро воскресенья и понедельник. Я немножко там перепутал с датами, поэтому, в общем, может быть, я себе сделал хуже, тем самым потерял еще вечер одного дня. С другой стороны, все равно все будет решаться в последний день. В этом экспрессе два события уже прошли. Выиграл Возняцки, и в единоборствах тоже поединок прошел, за что спасибо отдельно Михаилу Егоренкову, большой профессионал. У него есть своя группа, я уже не в тексте в своей группе рассказывал. Ставка прошла очень уверенно. Осталось еще два матча, победа Кербер и победа Бердыха над Фанини. Все очень-очень проходимо. У меня будет плюс порядка 385 рублей, да, в общем, еще рано делить шкуру неубитого медведя, но уверен, там никаких не будет форс-мажоров. Ну, правда, единственное, что я думал, что после того, как этот экспресс пройдет, я смогу ставить и на 200 рублей суточных, и на прибавку, которая будет именно в этот день, то есть 358 рублей, но нет. Тут правила меняются все довольно быстро. Пару дней назад Андрей говорил так, потом сказал, что мы еще посоветуемся на эту тему. Вот сегодня посоветовались. Не совсем такие правила. Действительно, каждый участник может ставить на 200 рублей в сутки и на прибавку суммарную по итогам всего проекта, не на дневную. А у меня такой прибавки не будет. У меня будет всего лишь 958 или 985 рублей, надо точнее посчитать. Таким образом, я все-таки смогу ставить по-прежнему только на 200. Те участники, у которых больше 1000 рублей, смогут ставить на 200 плюс прибавку. Но, насколько я сегодня понял из общения утреннего с нашими ребятами, не намного больше у них и 1000 рублей. Я так понял, что лидер Александр из Беларуси, он около 1100 рублей всего лишь на счету имеет. Не так-то это и много. Я думал, там уже порядка 1500, хотя не понимаю, почему так мало, он же все время выигрывал. Вот сегодня единственная ставка, которая у него не прошла. Победа Киргиоза с форой плюс полтора по сетам. Он проиграл 1-3. А в любом случае, у всех еще есть заготовки на последние дни. Один человек собрался ставить супер-мега-верняки на футболской в центре, чуть ли не 10 на 2-3 матча. Другой человек собрался ставить на теннис с коэффициентом хотя бы 3. Но у меня тоже есть своя заготовка. Она отличается от заготовок других людей. Завтра, в понедельник, если этот экспресс пройдет, я буду ставить уже в лайве на 200 рублей на быстрые виды спорта. В то время как остальным на футбол будет практически ставить нечего. Потому что футболов-то будет очень мало, да и стрим, я думаю, будет не очень долгий. А мне хватит 3-4 часов, чтобы попробовать это отставание ликвидировать. И затем, я думаю, в любом случае придется какой-то поставить экспресс или даже одинар на, соответственно, последний день, на вторник. Я так понял, что последняя ставка, которую мы должны дать, она будет вечером в понедельник, именно на вторник. И все. Она должна закончиться не позже 4 часов дня. Так что ясен пень, что это будет ставка на Australian Open опять. И вот от этих последних ставок уже все будет зависеть. Я думаю, что мы будем знать баланс друг друга в конце понедельника. Уже с учетом этого мы сформируем свои ставки на вторник. Так что интрига будет до самого последнего дня. Не забывайте смотреть стримы. Будет очень интересно.
я буду продолжать ставить на своем неигровом счету, не участвующем в конкурсе. Иногда вам буду ставки говорить, но я часто ставлю на настольный теннис, ставить это нужно очень быстро, поэтому не всегда вам это все сообщаю. По итогам дня, кстати говоря, на своем счету, который не принимает участие в конкурсе, я около 1000 рублей прибавил. Я сегодня, вчера отдал долг человеку 1000 рублей, у меня сейчас на счету на своем отдельном еще 2000 рублей есть. Да, я там тоже ставлю. Так что не думайте, что я все проиграю, и там я достаточно много выиграл за вчера. С учетом того, что банк очень маленький. Тем не менее, а те ставки, которые я буду ставить в лайве уже в конкурсе, в понедельник вечером, я так это говорю уверенно, потому что совершенно уверен, что экспресс у меня пройдет. Естественно, вы все их услышите. Естественно, они будут очень-очень точечные, и методом догона мы все равно нужную нам сумму прибавим. Можете в этом не сомневаться. Так что смотрите, болейте за меня, за других, за кого хотите. В любом случае будет интересно, еще раз повторю. Пока!